Приветствую вас, знаете, ну, тут надо сказать, что сначала надо разобраться с тем, как вообще у вас выстраиваются отношения. То есть вы пишете, что жили вместе с парнем 2 года, и в связи с его работой уже полгода живете в разных городах и видитесь раз в месяц. Это на самом деле для отношений очень болезненная история, когда люди, ну вот, когда люди так взаимодействуют, да, с собой, то есть когда люди вот так общаются, то есть отношения на расстояние это очень болезненно, я бы сказал, вот, очень тяжело, и я бы сказал, и я могу, в общем-то, понять вашего парня, да, хотя я его не одобряю, его, ну, вот, его поступки, да, его поведение не одобряю ни в коем случае, вот, но я понимаю его, я понимаю, почему он так вот, собственно, поступает, да, я могу понять, вот, но я единственное, вот, думаю, что, ну, что действовать так, как он действует, да, это, конечно, достаточно, ну, деструктивная история для любого типа отношений. Вот, но, тем не менее, это на исключительно, значит, ну, исключительно на ответственность, значит, человека, да, такая вот исключительно юрисдикция, собственно, мужчины, вот, но объективно я считаю, что не могут люди встречаться на расстоянии, да, то есть, ну, адекватно, вот. Адекватно люди на расстоянии не могут встречаться вот никак, от слова совсем. Вот, как бы это было неприятно, да, как бы это было некомфортно, но вот так. То есть тут, мне кажется, нужно что-то решать. Мне кажется, что здесь вот как-то вот нужно что-то вот решить, все-таки, да, вам ну, с встречами, да, вот, потому что, ну, объективно, не все люди могут выдержать такой вот момент, да. Значит, ну, на расстоянии взаимодействия друг с другом. Вот. Поэтому я думаю, честно говоря, что ситуация, она здесь вот такая. Ну, вот так выглядит, по крайней мере. Вот. Значит, интересен ваш вопрос, который вы задавали человеку, своему, да, ну, молодому человеку, то есть, где вы спрашивали у него, пока видишь ли ты меня в качестве жены, там, в качестве матери твоих детей и так далее.
Вот. Я, честно говоря, не знаю. Я, честно говоря, не знаю, зачем вы это спрашивали у него. Для чего вы это у него спрашивали, я не могу. Не могу вот однозначно. Значит, как-то вот вам ответить на этот вопрос, да, то есть зачем вам это в принципе было нужно, для чего вам в принципе это было нужно. Это, мне кажется, то, что нужно, ну, то, что нужно разобраться вам, вот, потому что, ну, выглядит так, как будто вы просто вот в себе не уверены очень сильно. Вот, выглядит так, как будто вы очень сильно в себе не уверены. И единственный вот способ, да, единственная возможность удержать человека, это вот быть с ним там в качестве его жены и так далее. Вот. Ну, я не думаю, что это хорошая история для вас, вот, поэтому мне кажется, что здесь вот нужно все-таки на этот момент обратить внимание, вот. Будущее есть, если вы будете вместе. Вот. В таком случае будущее, конечно, есть. Если вместе вы не будете, то я боюсь, что будущего у вас не будет. А его срывы, его крики, да, они связаны во многом с тем, что вы живете по отдельности, вы живете отдельно друг от друга, вот, и это тяжело, не каждый человек способен выдерживать отношениям, да, на расстоянии, вот, не каждый человек особенно это делает. Поэтому я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это для вас было полезно. То есть вам нужно вот обратить внимание на то, для чего вы с человеком вообще в отношениях находитесь, то есть чего вы хотите, вот. Ну, взаимодействуя с ним, вот. Что вам нужно, как вас, к примеру, задевает то, что он говорит о вас, вот, и задевает ли ну, вас как-то. Это нужно поисследовать. На мой взгляд, это нужно поисследовать. Это нужно понять. Дальше вам нужно разобраться, значит, со своими перспективами личными. То есть не так, чтобы это было только связано с
материнством. И замужеством. Вот. И, в общем, далее, я думаю, что можно и нужно будет вам двигаться дальше. Вот. Как именно двигаться дальше? Я думаю, вы сможете решить сами. Я думаю, что вы сможете разобраться с этим самостоятельно. Вот. Ну а психологи, если у вас будут такие потребности психолога, вам помогут разобраться с тем, что с вами сейчас происходит, с тем, что вас беспокоит. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос. На этом все. Значит, на этом у меня все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, то я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и очень надеюсь, что ваша ситуация изменится и будет, значит, ну, от меня теперь будет лучше и по-другому. Вот. Но для этого, конечно, потребуется некое участие ваше, для этого потребуются некие усилия ваши, возможно, ваши совместные усилия с молодым человеком. Вот, потому что отношения все-таки выстраиваете вы оба, а не только вы одна. Вот. Ну и, как я уже сказал, на расстоянии никакие отношения лучше не выяснять. Вот, потому что никогда ничего хорошего, по крайней мере, из этого не получалось. Никогда. Вот, я надеюсь, что вы сделаете выводы. Я надеюсь, что вы учтете то, что я вам попытался рассказать, и скорректируйте свои отношения либо самостоятельно, либо с помощью психолога. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!